жизни всегда есть место подвигу. Спасти человека из горящего дома, приютить пожилую женщину, помочь тяжело больному. Может, каждый, но делают немногие. Такие поступки совершают по-настоящему благородные люди. О них должен знать каждый. Акция «Благородство ищет героев». Заявки на участие принимаются до 15 октября. В Доме журналиста, улица Самарская, 179. Сделаем благородство достоянием общественности. Телефон для справок 332-68-39.